Здравствуйте, уважаемые трейдеры! Вы смотрите новости на канале InstaTV, в студии Анна Касаткина. Американская валюта продолжает оказывать давление на европейские. Потери несет швейцарский франк, даже несмотря на улучшение экономических условий в альпийской стране. В соответствии с предоставленной информацией, в ноябре потребительская активность Швейцарии выросла. Индикатор поднялся с 1,39 до 1,43 пункта. Тем не менее, трейдеров больше впечатлила статистика по активности американских потребителей. Увеличение спроса на доллар толкнуло котировку швейцарский франк, американский доллар к 8-дневному максимуму у отметки 1.0310. Не оказывает поддержку франку и золото. Обычно франк копирует поведение котировки золота на рынке как минимум по двум причинам. Во-первых, оба эти торговых инструмента имеют одинаковое значение в инвестиционном портфеле в качестве защитных активов при повышенном риске. Во-вторых, франк – одна из немногих валют, которая частично обеспечена золотом. Инвесторы, обнадеженные новостями о силе американской экономики, переводят свои средства в американские активы и ждут очередного этапа повышения процентной ставки уже в ближайшее время. И вот под тяжестью набирающего вес доллара США котировка золота корректирует свое положение, опускаясь к отметке в 1138 долларов за тройскую унцию драгоценного металла. Когда же завершится ралли американской валюты? Пока на это есть только один ответ. Пока статистика не засвидетельствует ухудшение экономических условий в Соединенных Штатах. Следите за фундаментальными данными вместе с нами на канале InstaForex TV. До свидания.